Ух, ёб твою мать. А у меня складной квадратный. Ёб твою мать. Понял, тормоза. Нам вообще повезло. Нам повезло. Успела. А так я сделала анестезию, она не подействовала. Мне сделали еще одну, она тоже не подействовала. Потом уже делать было нельзя. Короче, тут нарезали без анестезии, потом зашивали без анестезии. Потом я потерял сознание. Он говорит, никогда в жизни больше не буду рожать. И я. Медицинские курсы товаров иностранцами. Елену Исенбаеву признали лучшей спортсменкой десятилетия. А в Москве есть понимание, на каком месте должна быть Россия? Слушайте, я не могу сказать, у нас все наши внешнеполитические обороны доктрины.
Блять. Давай, всади еще десятку и все. Есть! Арбузики. О, сколько арбузов, а?